Здоровье – бесценное достояние каждого человека. Только вовремя принятые профилактические меры позволят не только его укрепить, но и вылечить выявленные заболевания с наибольшим успехом. С целью проведения профилактических осмотров взрослого населения медицинские работники районной больницы совершают плановые выезды в населенные пункты района. Сегодня медики принимали пациентов на базе ФАПа хутора Красный Майского сельского поселения. Жители с нетерпением ждали медработников, поскольку выезжать в районный центр могут не все. На медицинский осмотр пришло в основном старшее поколение. В состав выездной бригады вошли врач-терапевт, врач УЗИ, медицинская сестра и акушерка. Жители смогли пройти ряд обследований, сдать анализы, пройти консультацию у врача-терапевта, сделать УЗИ, электрокардиограмму, пульсометрию, измерить внутриглазное и артериальное давление. В ходе осмотра населению была оказана медико-консультативная помощь, назначено необходимое лечение, кому-то рекомендовалось пройти дополнительные обследования. Следующий выезд медиков запланирован на 15 августа в хутор Кармалино-Гидроицкий.